Добрый день, мы из Украины. Чем больше работаю, тем меньше времени есть на информирование. Давайте я попробую сегодня подвести кое-какие итоги. Так, враг максимально у нас там первую неделю заходил до Вознесенска. Сейчас, давайте так скажу, мы ведем бои уже на границе Николаевской и Херсонской области. Успешно, тяжело, военные, спасибо, работают. Сегодня ночью сбили один самолет и одну крылатую ракету, спасли, я думаю. Летела не к нам, пролетала в сторону Кривого Рога. Будем дальше работать над тем, чтобы ПВО нас меньше, вернее, ракеты эти меньше нас беспокоили. Также хочу сказать, что начинаем кое-какие послабления. Много писем о том, что просьб не отменять сухой закон, так скажем. Но я надеюсь, что наши люди с полной ответственностью отнесутся к этим послаблениям, потому что никто не отменяет комендантское время, никто не отменяет жесткое пресечение за пьянство там, и так далее. Это для того, чтобы, в принципе, начинал работать понемногу бизнес. Если будет это плохо, покажет выходные, то есть, или неответственно граждане к этому отнесутся, мы опять запретим. Поэтому это как бы шаг вперед, то есть для того, чтобы мы могли жить чуть-чуть свободнее. По бизнесу, по поставкам. Есть малые села и населенные пункты, к которым плохо доезжает логистика. Я всех прошу обращаться к властям, к депутатам. Если депутаты сбежали, то к тем представителям власти. Это все, там МЧС, полиция, те, кто есть. Пожалуйста, мы настраиваем логистику, мы привезем все и везде. Поэтому обращайтесь, находите представителей власти. Мы сейчас структуру эту полностью заполним по всей области, даже в труднодоступные места. По свету оно работает, по газу тоже. Ну, в принципе, мы налаживаем дальше работу. У нас есть нехватка людей, особенно по электрикам. Приезжают с других областей, помогают по МЧС и по всем. Поэтому, если желание есть помочь, поработать, приезжайте восстанавливать нашу область.